Співрозмовник дня Олександр Соколов, юрист, правозахисник. Він завжди готовий прийти на допомогу, має загострене відчуття справедливості. В наших келихах такий яскравий, такий літній прямо напій. Та от в мене асоціюється з сонцем, з літом, з теплом. Чому саме Сікфреш? Чи це є ваш улюблений напій? Ну, во-первых, освіжает такой солнечный день, да, жаркий. Во-вторых, является источником здоровья. Ну и вообще нужно отдавать предпочтение свежевыжатым сокам, а не старым жмыхам. А з яких фруктів, овочів, ягід ви робите більше фреш? Ну, преимущественно, конечно, с апельсин. В принципе, ем... Через колір? Чи через смак? Ні, конечно, знаете, серые наши будни такой яркий цвет придает настроение. Апельсиновий фреш, вважає Олександр Соколов, найкращий вранішній старт для організму. Аби приготувати його, знадобиться два апельсина, одна столова ложка цукрового сиропу та м'ята за смаком. Обтати фрукти окропом, поділити на дольки та пропустити через прес. При вживанні додати лід. Тобто немає різниці, якщо буде, наприклад, це морс з ягід, так? Абсолютно. І головне, щоб було яскраво і з настрою. Да. Так само і по життю? Стараюсь. Чим створюєте собі настрій? Чим створюєте натхнення? Чим створюєте бажання жити, працювати і робити щось корисне? Ну, знаєте, заряджає, прежде всего, це результат від діяльності. Коли є конкретний результат, це придає драйв і хочеться двигатися далі. Ну і, звісно, сім'я. Сім'я заряджає позитивом. Вот недавно родилась дочь, конечно, вносит свои коррективы в мой график, плотный, не высыпаюсь, но тем не менее… Це щастя. Да, это счастье. А ви знаєте, ну, говорять про те, що смакові пристрасті, от, смакові вподобання людини в дечому визначають її характер. Якщо говорити про вас, ну, як на мене, то фреш, напій, будь-який фреш, натуральний сік, він… Справжній. Можна так сказати, да, про вас? Да. Іменно «быть, а не казаться». Це моє кредо. І перший раз, коли мені брали ще журналісти, наверное, года три назад інтерв'ю, вот я їм це кредо сказав і з цим кредом двигаюсь по житті. Вот. Потому що на сьогоднішній день, особливо в політиці, дуже багато фальші, дуже багато наіграності. А це хуже всього. І, звісно, людям очень сложно отличить, потому что проходит такая тонкая грань между правдой и ложью, между настоящим и ненастоящим. И вот именно когда мы научимся, каждый из нас, это все выявлять и определять, я думаю, станет жить намного легче. А вы не боитесь, что большинство людей сегодня с большим задоволением воспринимают неправду? Правди бояться. Ні, ну, конечно, тих, хто говорить правду, не люблять. Звісно. І я по собі це відчуваю. Тобто, коли людина ко мені приходить за консультацією, я йому говорю правду так, як воно написано в законі, да, можливо, це несправедливо, можливо, це неправильно написано, але так воно написано, і ми повинні це виконувати. Чоловік уходить обиженим на мене, а не на закон. І не на тих людей, які їх пишуть. Хотя я пытаюсь объяснить, что люди, вот посмотрите, вот закон, вы же на себе уже ощутили эту несправедливость. Давайте ее исправим. Давайте обратимся к народному депутату. Если народный депутат не справляется с обязанностями, давайте его заменим тем, кто сможет внести эти поправки в закон и исправить эту несправедливость. Чем, кроме работы, политики, занимается Олександр Соколов? Чем встигает заниматься? Спортом. То есть у меня практически каждый рабочий день начинается со спорта. В 7 утра иду на тренировки, как правило, они длятся полтора часа. В 8:30 приезжаю домой, принимаю душ, кушаю и иду уже на работу. Но понятное дело, что совмещать это все очень сложно. И приходится чем-то жертвовать. Ну, давайте вот просто обычный пример. Во сколько у нас начинается аппаратная нарада у мэра? В 8 утра в понедельник. То есть в это время я еще должен быть на тренировке, правильно? Если я на 7 часов ухожу. Соответственно, если люди ко мне приходят и говорят, что нужно пойти потревожить мэра и заставить его работать, приходится жертвовать тренировкой и идти помогать людям.
Соответственно, или наоборот, когда люди приходят там на консультацию в течение дня, значит, я жертвую своим графиком рабочим. То есть я же где-то еще и деньги должен зарабатывать, и семью содержать. Соответственно, я прихожу позже домой. Соответственно, меньше уделяю внимания и работе, и семье. То есть постоянно чем-то приходится жертвовать. Заради чего? Заради чего вы готовы жертвовать? Ну, скажем так, ради справедливости. Вот все-таки это чувство привито мне родителями. И вот когда я наблюдаю конкретно несправедливость, меня переполняют такие эмоции, что иногда сложно сдерживаться. Хотя, безусловно, политику, особенно высокого ранга, ну, нужно справляться с этими эмоциями и как-то контролировать в любом случае свои действия. Олександр Соколов – бізнесмен, політик, правозахисник. Кто більше? Последние 3 года больше правозащитник. Потому что действительно вот последние 3 года я занимаюсь активно деятельностью. Я думаю, люди, которые наблюдают за этим, ну, могут это оценить. Но, скажем так, я это на самом деле делаю вот в ущерб прежде всего себе. Потому что чем больше я отдаляюсь от работы, тем, соответственно, меньше я зарабатываю, меньше могу уделять внимание повышению профессиональных каких-то качеств. То есть и хотелось бы, конечно, мне, как обычному человеку, раз я уж уделяю достаточно много времени своего личного общественной деятельности, чтобы это как-то оценивалось людьми по справедливости, да, объективно. Потому что в наше время, вот возвращаясь еще в начало нашего разговора, очень много фальши, да, когда вот особенно перед выборами появляются как грибы из ниоткуда разные люди. И тоже ж называют себя правозащитниками, я их первый раз в жизни вижу. А чи пам'ятаєте ви свою першу справу, яку виграли в суді? Ну, это, можно сказать, такое легкое дело было. Еще я, не будучи юристом, якобы меня остановили за нарушение правил дорожного движения, ну, несущественное, там, может, превышение скорости, якобы же, опять-таки, на 10 км в час мне не показали этот радар, ничего, никаких доказательств, я так понимаю, их просто не было. И знову ж таки, система. Это было где-то в 2005 году, то есть это очень давно. Угу. Ну, я пришел в суд, еще не знал, не умел там ничего писать, и вот таким образом доказывал, и как-то вот... Выиграли справу? Да. Штрафа не было? Не было. А яка зі справ от вам найбільше там припала до душі? От що запам'яталося і чому так, ну, можливо? Ну, вот это больше связано уже с правозащитной деятельностью, с отстаиванием интересов mm-hmm. нашего города, каждого жителя нашего города. Вот где-то 2 года назад городские власти пытались продать помещение с аукциона по заниженной стоимости. И чтобы как-то этому воспрепятствовать, я обратился с пакетом документов. К слову сказать, чтобы вот просто многие недооценивают, возможно, или, возможно, не знают этой информации, но чтобы проучаствовать только в этом опционе, мне пришлось заплатить там что-то, гарантийный взнос, порядка там 20 тысяч гривен. То есть пришлось достать свои личные средства и их положить на счет, заморозить фактически, да, чтобы воспрепятствовать. Вот я прихожу на аукцион, меня не допускают, и его переносят буквально на проведение через 2-3 часа. За 2-3 часа мне пришлось написать иск, обратиться в суд, забросать этот суд просто колоссальным количеством обращений и клопотаний, что вот срочно нужно рассмотреть это дело и клопотания в части обеспечения иска путем запрета проводить аукцион. И что вы думаете? За 3 часа? За 3 часа. Я думаю, и тот, кто связан с юридической практикой, это оценит 100%. Потому что это сделать крайне сложно. На ваш погляд, чи є шанси, чи є важливі для того, щоб зламати систему, навпаки, аби закон працював на людину? Это сделать на сегодняшний день очень сложно, действительно сложно. То есть там, где возможно что-то воспрепятствовать, сделать, я это делаю. То есть по максимуму выкладываюсь, там, где это возможно. Но вот проблема основная в чем? Я об этом постоянно говорю. О том, что на сегодняшний день отсутствует ответственность чиновников, депутатов за принятие ими незаконных решений или бездействия. То есть, ну вот он нарушил права. Вы сходили по судам, 2 года походили по этим судебным заседаниям, потратились на юриста.
вроде бы получили справедливое решение. Они берут его не исполняют. Вот принципиально берут и не исполняют. Да, есть там статья Уголовного кодекса за умышленное невыполнение судового решения, но она не рабочая, по сути. Вот сколько этих судебных решений принято по тем же самым маршруткам, ну, кто-то несет ответственность за их неисполнение. Если сменится эта власть, поверьте, мы все вернем обратно. Ну, законотворчою діяльністю займається, в принципі, єдиний орган, який має назву, да, Верховна Рада України. Депутати, да. Верховна Рада, які приймають ці закони. Які люди мають працювати у вищому цьому законотворчому органі? Ну, то, що у кожного должно быть юридическое образование, у меня нет никакого сомнения, что иначе как они будут писать эти законы. А большинство же у нас там просто сидят кнопкодавы, ну не те, которые там, я имею в виду, нажимают за других депутатов, а те, которые бездумно просто, как казак говорил, то просто нажал на зеленую кнопочку и все. Ну вот так решается судьба нашей страны, просто нажатие на зеленую кнопочку, никто не отдает отчет, за что они голосуют, никто не читает эти законы. Но если так они голосуют, то о чем можно дальше говорить? Это ответ на все вопросы, почему мы так плохо живем. И таких казаков-гавриляков, поверьте, очень много. Очень много. Большая часть там сидит. И это не зависит даже от возраста. Там нужно выбирать прежде всего профессионала. Ви в політиці нове обличчя. Молоде нове обличчя. Чи не боїтеся, я не скажу конкуренції, чи не боїтеся загубитися серед політичних мастодонтів, які мають і зв'язки, які мають значні статки? Да, в останнє время треба сказати, що мене часто сравнюють з діючими народними депутатами, губернаторами, мерами. Мені, звісно, з одної сторони приємно таке сравнення, да? А с другой стороны, ну, давайте разберемся, у этих людей, во-первых, в руках власть, и, как правильно вы сказали, деньги. И даже не свои деньги, а бюджетные деньги. И они легко ими распоряжаются. Туда 5 миллионов, туда 10, туда 20. И знаете, когда я вот так смотрю, как бездумно очень часто они их тратят и направляют не на то, что в приоритете должно быть. Ну, как-то вопросы вызывает, да? Я их, допустим, с утра до ночи зарабатываю, а кто-то их с росчерком пера еще там и откаты предусматривает себе. Потому что смотрим на декларацию, ну, бедный был как церковная мышь, а потом появляются дома, машины, спрашиваю, откуда? Да там мама пенсионер всю жизнь копила, мы там сбережения какие-то. Ну, бред, понимаете? Вот это слушать уже невозможно. Я не знаю, как люди другие это воспринимают, но для меня все очевидно. Что выгодно вас вырезняет, помеж инших? Ну, во-первых, у меня есть четкая программа действий во всех вопросах. Вот если я за что-то берусь по теплоснабжению, я знаю, что нужно сделать, какие у нас проблемы в городе есть. В том числе и в общении с чиновниками. Ну, вы посмотрите, мы заходим в их кабинеты как просящие. А этого быть не должно. Они должны нам предоставлять сервис. У большинства политиков и чиновников такого чувства, что они должны предоставлять сервис, нет. А у меня есть. Потому что я, по сути, будучи юристом и обслуживая людей, предоставляя эту услугу, да, уже предоставляю сервис. И тот, кто научился зарабатывать деньги, то значит, он хорошо обслуживает людей, раз к нему обращаются. В випадку, якщо всі вже зрозуміють, що Олександр Соколов вміє гарно обслуговувати, що сядуть на шию. Ну, чесно говоря, я вже к этому привык. То есть мені можуть позвонити і в 11 вечора, і в воскресенье в 7 утра. Я ні на кого не обижаюсь. Я розумію, що для кожного чоловіка його вопрос самый главный. И, конечно, ну, особенно люди, которые ходят там по 5-10 лет, оббивая пороги, не могут решить вопрос, обращаются уже ко мне как последнюю инстанцию. Но, к сожалению, надо отдать такой, ну, правдивый ответ, да, но не все. Я не могу собой подменять чиновников, армию чиновников, да, или мэра, или губернатора. Я зрозуміла, вы не боитесь. А чи є щось таке, чого боится Олександр Соколов? Ну, в профессиональном качестве, конечно, боюсь потерять там доверие людей, репутацию и дорожу своей. Ви молода людина і живете, працюєте в Сумах. Тоді, коли, як сьогодні, більшість молоді знаходить своє щастя поза межами України.
Як на мене, знаєте, така сумна тенденція, яка з роками може перетворитися на те, що просто в нас в країні не буде майбутнього, бо немає молоді. Ви де себе бачите через 5-10 років? Ну, да, прежде всего нужно ответить на вопрос, почему они уезжают. Уезжают, потому что здесь нет рабочих мест, нет достойной жизни, зарплаты, нет безопасности. И постепенно нужно решать эти вопросы. Любой человек, когда лишится работы, он будет ее искать в других местах, если ее здесь не найдет. Поэтому говорить высокопарно о том, что я там останусь здесь и буду рубаху на себе рвать, я приложу, по крайней мере, все усилия для того, чтобы здесь было комфортно жить каждому. И чем больше будет рабочих мест, тем больше здесь будет развлечений, денег, будет больше развита инфраструктура, тем больше в этот город магнитом будет притягивать инвесторов, других, из других городов люди будут переезжать. Что, вы мрієте, любите? Ну, постоянно этим занимаюсь и визуализирую. Еще то, о чем мечтаю. І, как правило, все, що я хотів, все абсолютно. Ну, давайте тоді ми зараз, верніше, ви візуалізуєте нам, помрієте, яким ви хочете бачити Суми для своїх дітей, для своєї родини. Ну, знаєте, знову ж таки, я не хочу, як вам сказати, високопарно розказувати квітучим там і все остальное. Це само собою розуміється, чесно, це вже заєжене. Я больше такой практик, да, вот, ну, я вижу, какие есть проблемы на сегодняшний день в городе, и, конечно, в перспективе краткосрочной, там, 5-10 лет, я бы хотел, чтобы, наконец-то, прошла реконструкция теплосетей в городе, и вообще был вопрос решен с теплоснабжением, в том числе разработана эта схема теплообеспечения, наконец-то разобрались с этими тарифами. Потом улучшение экологического состояния водоемов. Это тоже немаловажно. Что еще? Ну, то, что должны быть дороги, тротуары. Это уже тоже... Да, это само собой разумеется. Это даже, знаете, это повседневное решение вопросов. Это не стратегические даже уже вопросы для нашего города. Вот стратегическое – это теплоснабжение, да, чтобы люди зимой не замерзали. Люди у нас и добрее будут всегда, и улыбчивее, когда жизнь наладится, когда рабочие места появятся, когда будет уверенность в завтрашнем дне. Ну и тогда мое останнє запитання. Який из законов, законотворчих документов, законодавчих актов має стати таким от фреш-сплеском для нашей страны, на ваш погляд? Ну, это целый пакет документов. В частности, вот опять же, самый яркий законопроект, который нужно принять, повторюсь, это ответственность за незаконное решение. Второе – это уменьшение срока полномочий депутатов. Самый важный законопроект, да, это штрафы. Ввести просто систему штрафов для тех же депутатов. Вот он обещает, приходит каждый раз во дворы. И все мы знаем, как это происходит. И потом критикуем этих депутатов, говорим, что же вы нам обещали и ничего не сделали. Так правильно, потому что они обещают, это выстрел пустой в воздух. Немає покарання. Так, как, смотрите, когда приходит какой-то человек и что-то вам обещает, он должен сказать, что конкретно он обещает и в какие сроки это будет выполнено. А якщо ні? И да, если нет, тогда штраф денежный, бюджет. Пусть наполняет, значит, пусть тогда зарплату возвращает, которую он получает в течение нескольких лет. И тогда все заработает. Ну что, я вам дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що це була сьогодні розмова зі смаком свіжого соку з Олександром Соколом.